Итак, 7 июля 24 год, и мы приехали на выставку москвичей. Находимся в парке Политехнического университета. Сейчас идем. Вот она, долгожданная выставка москвичей. Пойдемте в тенечек. Как же долго я ее ждал. Не новенькие, приведенные в порядок. А, Вася! Вася, пожалуйста, подойди к сцене. Ты мне очень-очень нужен. Я не могу тебя никаким образом докричаться. Выкрутил звук на максимум. Вася! Если кто-нибудь видит Васю, пожалуйста, направьте его к сцене. Спасибо. Военный, да? Не, нельзя туда, Семен. Только с хозяином можно. Ну, с хозяином машины. Берите кому что надо, да?
Вот эти вкладыши от жвачек Турбо. Что? Вот эти вкладыши от жвачек Турбо. Пойдем, пока останемся. Спасибо. Можно? Вот они прямо здесь за мной, за сценой. А где-то сейчас Абрагим творит что-то прекрасное прямо посреди всей этой выставки. Если хотите немножечко прекрасного сотворить, и вы подходите что? Денег стоит? Нет, бесплатно дали. Видимо, покупку делаешь. Это да. Красивый цвет, крокус называется. Еще? Да. Еще? Кстати, классно, я думал об этом, а знаешь, что прикольно? Да. И по этому ряду. Пап, кто, пап? Смотри, какие разные машины. А еще моя. Белая. Да, вот раньше красили, так красили, да? А сейчас все серое, мрак. Это Сочи цвет называется. Да, все на ходу. Как красиво, да? Белый салон. Да, потрогайте, потрогайте. Можно.
Еще не сделали слуховую тематику. Ну тогда что-нибудь. Так, как ваша? Такую? Да. Таких уже нет. Это первый выпуск. Понятно. Это был экспериментальный момент. Еще бы и белый был. Канал. Здравствуйте, Владислав. Станислав. Сколько, Станислав? Сколько с меня? А, две. Так, как размер-то у вас какой? Две? Две, да. У вас другие сидели, да? Две, две. У вас уже фарм. Оль, где Эльки? Эль что? Я белая Эль. Тогда сейчас еще тысячу возьму. Хорошо. О, мальчика. Там мальчика. Да. Маргарита. Пойдем с ним. Поэтому... Можно, да. Папа, можно ты? Ага. Вот такой был у моего отца. На таком провели мы все детство. Ну, такой был у нас. Тоже апельсин. Да? Макс, не открывать. Пойдем, пойдем. Веня. Вень, давай, 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 давай с ним. Бери Макса за руку. Пойдем милицию посмотрим. Давай за ручку. Это к холодильнику. А, аксель. Да, да, да.
Здравствуй, Павел. Привет. Да, сколько лет, сколько зим. Как дела-то? Нормально. Ну вот, мечта это. У отца же вот такой был, 21-37. Да. Я теперь влюбился в эту машину. Смотрю этот канал «Москвич на москвичах», все как, прям аж тоскую. Всплывают периодически, на Авито можно взять. Я видел, да, мелькает, там красный какой-то все стоит зимы. Да, так, конечно, тачка классная. Тачка классная. Ты как, занимаешься ней? Ну, вот хожу уже, конечно, потихоньку. Вот я сегодня даже пешком приехал, так-то есть у меня там комбик неплохой, неплохой. Хороший мотор там 1.8. Вот. Но мы последний раз ездили в 2020 году там, в Крым на нем. Угу. И с тех пор так вот, знаешь, из двора во двор там раз в месяц или там на работу. У меня есть мечта взять, но так, как прогулочная машина, как выходного дня. Но... Ну, можно найти. Сейчас, правда, в нормальном состоянии денег стоит. Но, с другой стороны, брать и устанавливать его 5 лет тоже, потому что надо работать. Ну да, вот. Это да. Так что, а так, да. Тут... Я еще думал, увижу или не увижу? Увижу, ну, вот, видишь, или не увижу? А... Дальше второй вопрос, узнаю или не узнаю? Да. Сколько лет прошло? Сколько? Дофига. Дофига, да. Чуть ли не 10, наверное. Прилично. Уже и гаража-то того нет. А, снесли, да? Нет, продал. Продал. Слушай, ну правильно, надо продавать, потому что сносит, блин. Там сносит, всем сносит такое. Я сейчас тоже купил, вот не знаю, снесут, не снесут, что там такая. Тоже все на птичьих правах. Вот. А так, конечно, много на них наездили. У отца был 21-37. Я помню, да. Мимоза. Он потом после ДТП перекрасил его в апельсин. А так вот с мимозы начинал. Стекла, по-моему, так лежат. Да? Да, 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 да. Детки, но... Я еще там нашел. Да. У меня еще второй гараж есть. Угу. Я там нашел всякие вот эти вот уголки, вот эти фары. Ну, не фары, а вот эти поворотники. Ага. Да, ну, думаю, ладно. Может, слушай, ну, если ты планируешь, может, когда-нибудь то... приобрету свое. Да, да, то, конечно, пока не отказывайся. Конечно, а так, если есть мечта, что, надо к ней двигаться? Мечта есть, да. Как ты видишь, хоть они не дешевы, но с нынешними зарплатами не можно. Так, чисто. Все детство прошло, чтобы вот тут прокатиться, вот это вот. Да, и кайфануть, запах, вот этот, помнишь, такой. Звук вот этот. Коробки вот это, как вот он разгоняется мне, вот я прям вообще тащусь. Фоткаюсь. Ладно, ребята. Погнал я с семьей. Да, правда, да. Сыночка, ну это не наше. Это не наше. Что-что? Там педали крутить надо, сына. Педали? Да. Машинки? Конечно, наш сама не едет. Смотри, какой красивый, вишневый. А я буду крутить, папа. А я там маленький, да, папа? Маленькие педальки, да, папа? Вот для я. Пригодится. Ага. О, чебуреки. Класс. Чебуреки всегда пригодятся. Да. Кто здесь? Я. Сколько людей? Видишь, что старая модель, а это более, как говорится, новая, посвежее уже. Видишь, уже не то. Красоты потеряла. Ой, пропускаем Великий Новгород. Во, пикап, смотри, москвич пикап. А если машина, то как там, пап? Макс, та же машинка, она же ихняя. А
что-нибудь такое. Охлаждает, не знаю, что-то нагрелось. А это Волги. Смотри, вот это Волга, вот это Волга. А у дедушки моего была зеленая копейка. Как та стоит? Ну, у родного дедушки. О, какая Волга, смотрите. Во какая. Ага. Мне нравится на фарах. Вот это, да? Давай обходим, обходим стороной. Стась, иди вот сюда, вот дядя разрешает, иди сюда, дядя разрешает, иди сюда, идем. А, это не мой ребенок. Так можно ребенком поменяться. Ага. Папа, а мне дядя, дядя, порулить? Нет, ну, мы спросим. Ну когда спросим, да? И нет, папа. Тихо. Папа, да, да? И нет. Иди мороженое. Так, ну пойдемте обратно. Они заезды. Кто быстрее? Ну где-то на территории. Это в 2 часа.
до двух просто как вот обзорная. Да, вот какая красивая, да? Лимонный такой цвет. А запорожец был у дяди Володи, тетяниного мужа. Эй, Макси. Ну да, машинка старая, мишка старый. Вот, машинку. Давай руку. Потерял. Потерял. Давай руку. А та какая вот там желтая? Москвич. Москвич. Да, видишь, они всякие разные. А вот это? А вот это? Тоже. Пошли, пойдем спрашивать. Мне чужой человек. Ничего не было, но девятка была. А, сначала была пятерка. Потом 14. Смотри, что показывают. А где еще не посмотрели? Устал? Тем. Вот какой пикапчик. Субтитры сделал DimaTorzok.
там есть более темные. Ага. Ну, туда, куда-нибудь, в кустики. Сейчас, мам, привет, они подскорее пришли. Сейчас придут, сына. Давай, стоим, ждем. Пойдем туда, на пятачок. Ага. Он, по-моему, защиты цепанул. А мы так близко, ближе нельзя, сына. О, привет. Привет. Эй, давно не виделись. А ты где была в тренинге? А я все с вами. Ну, типа да, разгон взять. Троит. Все, время уже проиграл. На участие, наверное. Тебе быстрее, да? Не, так. Ради интереса. Все. Драгоценные секунды потеряны. Yeah.
Попытка была неплохая. Но провалил. Машина более, так сказать, оборотистая, приемистая. А, ну, водителя бы ей заменить. На кого сделали ставки? Был бы победителем, а так потерял драгоценное время. Где там красненький? Вот ему тоже тяжело будет. Кузов большой, машина тяжелая. Интересно, да, Максим? Ну и такой еще ни разу не видел. Не знают, как надо отманеврировать. Да? Сейчас старт запишу отсюда. Сколько участников, желающих погонять. Вот это вот, я пошел. Я съел. А вот это поле уже, наверное, не поднимет. Как он не сладкий.
Сейчас они получат. Вы готовы? Можете? Такая была выставка москвичей. Круто, классно, интересно. Рекомендую. Стоило мне отойти буквально на 5 минут, чтобы посмотреть, что происходит, а Яндекс мне уже подсунул какую-то гангстерскую музыку. Но на самом деле мне кажется, что Яндекс все-таки настолько глубоко проник в нашу жизнь, что он подсмотрел на то, что происходит вокруг, и увидел вот этот вот замечательный детский автомобильчик с мехом, хромом и золотым бампером. Увидел и такой, да, этому автомобилю нужен немножечко гангстерский рэп. Сегодня у нас здесь присутствуют люди, которые смотрят на автокультуру со всех сторон. Есть люди, которые предпочитают иметь автомобиль в заводском исполнении. В том, в котором он выехал с автозавода и как его задумывали, ну давайте откровенно скажем, маркетологи автозавода в свое время. Каким он должен выставляться и люди должны его хотеть. Мне сказали, что это автомобиль на плевне. Вот. Мне поправляют, что это автомобиль на плевне. А покажите, как эта плевма работает. Понятно. Плевна. С ней все в порядке. Давайте я продолжу свою патологию. Здесь у нас люди, которые видят автомобиль уже своими глазами. То, каким образом этот автомобиль должен уже выглядеть. На улице, а не в автосалоне. Ну вот, например,